Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в Ремзоне находится автомобиль Mazda 6 2006 года выпуска. 50 тысяч километров на пробеге, с автоматической коробкой, бензиновым двигателем. Клиент обратился с проблемой. Машина не заводится в положении, когда положение коробки в паркинге. Нами была сделана диагностика автомобиля. Ну и по результатам диагностики выявилось повреждение вот этого электронного датчика. Это датчик положения АКПП, селектора. Мы его заменили, он находится в моторном отсеке, конкретно на коробке переключения. Ну и сейчас покажу вам, как она сейчас работает. Раньше этот датчик не видел положение коробки. Включаем зажигание, видим, что автомобиль стоит в паркинге. Ну и производится момент пуска. Машина работает. На панели управления видны все режимы переключения. Время, потраченное на ремонт, у нас заняло 2,5 часа. Сумма ремонта составила 3990 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают вопросы по ремонту обслуживания автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.